насчет войны можно много говорить. Война есть война. В то время мы воевали не немцами, нацистами воевали мы под руководством Сталина, который 4 года мы отвоевали, победили. Эта победа не так просто была. Не 2 месяца, не 3, 4 года почти, день и ночь мы не отдыхали. Отдыха мы не знали во время войны. Только обедаешь в степи, окопах, это мы все видели. Но самое главное в то время наш народ, дружественный был очень, очень дружественный народ. Он русский или казах, или другой, мы не считались. Мы только думали победить врага. Вот я был признан в 44 году в ноябре месяце. 7 класс окончил. И прошел Западную Украину, Польшу и Германию. Город Фрактенбург такой. Не доходя до этого, в 45 году кончится война. Ну, когда война бывает, без потери тоже не бывает. Наши, когда вот некоторые спрашивают от меня, насчет войны говорят, мне даже тяжело становится, потому что со мной, который вместе мы призывались, минометчик на мине попал, и сам сам попал, и умер, вот и вспоминается. Мне в данное время, после, уже 70 лет прошел, видите, 70 лет. 70 лет прошел, но наш, например, не забывает сейчас, Москва или другие республики, нас приглашают, спрашивают, как, что вы делали, это очень интересно. Я на 3-м Белорусском фронте, 262-й дивизии, ротавтоматчик, помощником был тогда. Ну и кончился война, потом немножко нас задержали, я был на Западной Украине. В Западной Украине перевели, на кратких курсах я тогда начал учиться. Нас обратно на краткий курс окончил училище военное, дали звание, служил до 48-го года, конца. Именно когда вспоминается, вот я приехал из Жезказгана. Это наш крайка Жезказган, который во время войны давал мед, пулю давал. Там на заводе сделали ручной гранат. Много было времени. Но в данное время уже 70 лет прошел, наш возраст подходит. Нам, когда приглашают, нам ничего не надо, что-нибудь там давать. Там. Нам как приглашение хватает, вспоминаем. А потом мы вспоминаем войну, про друзей, которые как воевали. Были случаи, попали под бомбежку, немножко ранений имеем слегка. Это все прошло. Ну, в данное время, сейчас последнее время, наше государство, например, Казахстан, очень хорошо взялся. Нам компенсация оплачивает дополнительные. Все вот так придерживает. За свет бесплатно, за квартиру все бесплатно, пока живем. Но каждый год у нас становится меньше.